Всю мебель, значит, выгрузили. Теперь это наши личные вещи. Эти дни временно будем спать на одеяле 4 дня. Вся квартира уже пустая. Оставили швабру. Это в день, когда будем выезжать, чтобы полы помыть. Так вот. У нас сегодня, короче, переезд. Все вещи запаковали. Ждем теперь газель и отвеземся на хранилище. Вот, короче, едем. Все вещи в газеле. Я так сижу. Посмотрим, как дальше будет. Пока нормально едется. Все норм. Из квартиры, значит, выехали. Все вещи забрали. Теперь 11 дней нам надо где-то поспать. Забронировали такой отель в центре города. 11 ночей. 897 фунтов на двоих. Номер выглядит и так. Окон нет. Вытяжки, видимо, тоже не работают. Рум-тур. Стоит ли это своих денег? Однозначно нет. Но зато есть гардероб. Фиг пойми уже, какой день живем в этом отеле. Это просто ЗБ. Нет окон. Освещение дерьмовое. Быстрее получить хату. Это еще первое видео на YouTube. Не так уж и легко, оказывается, видео снимать. Надо заранее подготовить сюжет. Врубаешь камеру, не знаешь даже, что ляпнуть. Вроде бы много чего происходит. Но снимать не так легко, как кажется. Из-за этого надо будет много снимать, опыт нарабатывать. И потом уже видно будет, как все это попрет. А так, да, осталось еще чуть-чуть. И будем в своей новой хате. И, наконец-то, съедем с этого отеля. Все грязные вещи сложили в пакет. Че еще сказать? Все? Вот она комната. Вертикально? Вот так, да. Горизонтально? Да, вот так. Все, значит, вот открываем наше хранилище. Нас тут не было 2 недели. Сейчас посмотрим. Все сухо. Все нормально. Вещей многовато, да, что-то? Или как? Ну, по сравнению с прошлым разом, мне кажется, как бы тут больше вещей прибавилось. Ну ничего, зато это все родное такое. Сейчас расставим вот быстро все. Матрасик. Все, вырубай.